Привет, я Лунтик, я снова с вами. Сыщик. Кто там? Кузя? Я не просто Кузя, я детектив. Кто? Сыщик, я расследую преступление. Ой, у нас в лесу случилось преступление? Ничего у нас не случилось. Пока я просто слежу за всеми. Вдруг, ну мало ли чего. Кузя, а за мной зачем следишь? Ты думаешь, я преступник? Да какой из тебя преступник? И вообще, у нас в лесу нет преступников. И преступлений, наверное, никогда не будет. А я так хотел стать сыщиком. География. Прости, пчеленок, Кузя раскроет преступление, и мы вернем тебе географию. Так, русский сделал, по географии ничего не задали, теперь математика. Кузя, я прямо вот чувствую, у нас в лесу все-таки случилось преступление. Идем, идем! Привет. Здравствуй, пчеленок. Ну? Что ну? Как дела? Да вот, уроки делаю. И все? Что все? Ну, все ли у тебя в порядке? Да-да, все в порядке. Русский сделал, математику решаю. Прости, Лунтик, ты меня отвлекаешь. А у тебя ничего не пропало? Нет. А может, у тебя книжка какая-нибудь пропала? Ну, например, про географию. Да ничего у меня не пропало. Это самое настоящее преступление. Ты должен его расследовать. Вот. А? Так, что пропало? У меня пропала золотистая краска. Так, так, так. Где ты видел краску последний раз? На столе. Судя по обстановке, краску тщательно искали. Почему ее сразу не заметили на самом видном месте? Так, так. Окно открыто. Кто-то влез в окно и стащил твою краску. Под окном наверняка следы преступника. Лунтик, тут только твои следы. Погоди-ка. О, Лунтик, это же настоящая улика. Преступник на месте преступления потерял книгу. География. Чья это книга? Лунтик, представляешь, ты у меня географию просил почитать, а она пропала. Пчеленок, а ты случайно живописью не увлекаешься? Ну, я люблю рисовать. А где ты был, когда случилось это? После обеда. Вот, после обеда где ты был? Уроки делал. И свидетели есть? Какие еще свидетели? Кузя, ты чего ко мне пристал? А не эта ли география у тебя пропала? Это? Зачем ты ее у меня стащил? Я стащил? Это ты стащил у Лунтика краски! Все, я тебя разоблачил! Кузя, ну ты говори, да не заговаривайся! Подождите, не ссорьтесь! Никто из вас преступления не совершал! А ты откуда знаешь? Я откуда? Ну, не знаю откуда. Да ниоткуда я не знаю. Просто знаю. И про то, что география у пчеленка пропала, ты знал? И лежала она под твоим окном, а следы около ивы только твои. И все сходится, Лунтик. Это ты! Что я? Это преступление совершил ты, Лунтик! Кузя, ты разоблачил преступника! Ничего не понимаю, что здесь происходит? Пчеленок, это Лунтик взял твою книгу! Как ты мог? Лунтик, зачем ты это сделал? Подожди, а краску тоже ты стащил? Сам у себя? Точно! Кузя, какой ты молодец! Прямо настоящий сыщик! Ура! Лунтик объяснил друзьям, что он все подстроил, потому что очень хотел помочь Кузе стать сыщиком.